Власти Турции установили личность террориста, совершившего самоподрыв в Стамбуле. Это 28-летний беженец из Сирии. На месте происшествия найдены фрагменты его тела. По последним данным, жертвами теракта стали 10 человек. Все они иностранцы. Султанахмет мейданында мейдана гелен... Решительно осуждаю теракт на площади Султан Ахмед, который осуществил террорист-смертник сирийского происхождения. Сейчас наша страна является целью номер один для действующих в регионе террористических групп. Все страны должны объединиться в борьбе с терроризмом. И сегодняшний взрыв является наглядным тому подтверждением. За взрывом в центре Стамбула могут стоять боевики радикальных группировок с Ближнего Востока. Таким образом, они хотят отомстить Турции. Анкара ведет борьбу против рабочей партии Курдистана и террористов ТИГИЛ. Чтобы таких кровопролитий больше не было, во всех крупных городах нужно усилить меры безопасности. Все погибшие при теракте оказались иностранцами. Как сообщают местные СМИ, среди госпитализированных есть граждане Германии, Перу, Южной Кореи и Норвегии. У нас нет полной информации ни о жертвах, ни об исполнителях. Но мы очень озабочены тем, что немецкие граждане могут находиться среди жертв и пострадавших. И, возможно, они там будут. Министерство иностранных дел создало кризисный штаб, чтобы побыстрее собрать всю необходимую информацию. Сейчас на месте взрыва работает большое число сотрудников правоохранительных органов. Полиция оцепила место происшествия. Тем не менее, в окрестностях жизнь идет своим чередом. Паники нет. Я уезжаю уже завтра, но это не из-за теракта, так просто вышло. У меня на родине зачастую происходят взрывы, мы должны быть храбрыми. Я планирую отдыхать в Стамбуле до конца недели, я не боюсь. Я чувствую себя хорошо и не переживаю, но это, наверное, из-за того, что я мало осведомлен. Сейчас я узнал, что погибли 10 человек, но я думаю, мы продолжим свое путешествие. Мощный взрыв прогремел на центральной площади Стамбула Султан Ахмед в 14 часов 15 минут. Здесь расположены знаменитые достопримечательности – Софийский собор и Голубая мечеть. Поэтому на площади всегда много зарубежных гостей. Асем Хасен, Казаир Жанжуни, Седат Бенли, Турция, Стамбул, 24 КЗ.